Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. В Орске прошли публичные слушания по благоустройству территории улицы Ялтинской, Стартовой и участка трассы Орск-Оренбург. Площадь размером 18 гектар планируют отвести под строительство сразу нескольких объектов – торговых комплексов, автозаправки и автосалона. Сейчас проект находится в стадии разработки документации, но к нему есть ряд претензий. Предполагаемая площадь для благоустройства частично занята другими предпринимателями и в случае реконструкции может пострадать их бизнес. Плачу нормально, все честно. Вы сейчас хотите разрезать мне стоянку, а зачем мне резать? Можно дорогу, если она соединяется, не обязательно можно ее там резать. Можно взади стоянки сделать дорогу. Это для чего? Там же столько средств вложено, там она стоит на болоте. Это не единственный спорный момент. Зона для благоустройства – это и скопление многочисленных инженерных систем. Необходимо сделать проект их реконструкции тоже, а значит, все предложения требуют доработки.